Представляем вашему вниманию прогулочную коляску Baby Heat Drive, предназначенную для малышей от полугода до 3 лет весом до 15 килограммов. Функциональная и практичная прогулочная коляска с большим капюшоном и надувными колесами. Большой капюшон защищает малыша от излишнего солнца и непогоды. Легко регулируется при помощи боковых фиксаторов. Вот таким образом. Оснащен небольшим козырьком, смотровым окошком, забранным сеточкой, небольшим кармашком для мелочей сзади, а также дополнительной секцией, которую можно раскрыть, расстегнув пуговицу. Таким образом, капюшон раскладывается почти до бампера и прекрасно защищает малыша даже при полностью разложенной спинке коляски. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются по длине в зависимости от роста ребенка. Легко расстегиваются при нажатии на центральную кнопку. Широкое комфортное сиденье. Ширина сиденья 35 см. Удобные подлокотники. Защитный съемный бампер обтянут тканью. Имеет разделитель для ног. Он нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто отведите бампер в сторону, воспользовавшись серой кнопкой. Усадите ребенка и верните бампер в исходное положение. Подножку можно поднять или опустить при помощи кнопок снизу. Внизу мы видим подножку для уже подросшего малыша. Наклон спинки коляски регулируется в нескольких положениях примерно до 160 градусов при помощи фиксатора сзади. Вот таким образом. Не забудьте закрыть капюшон на липучке, чтобы ваш малыш был в безопасности. Длина спального места 85 см. Обратите внимание, сиденье не реверсивное, установлено лицом к окружающему миру. Накидка на ножки защищает малыша от ветра и непогоды. Легко крепится к раме коляски при помощи ремешка с кнопкой. Коляска маневрена благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колеса, опустите фиксатор вниз. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Все колеса надувные. Колеса оснащены амортизацией. Задние – большего диаметра. На колесах стандартный автомобильный никель. В комплекте имеется портативный насос. Внизу мы видим корзину для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз – поставили на тормоз. Вверх – сняли с тормоза. Коляска оснащена удобной ручкой. Здесь же на раме располагается подстаканник. Коляска Baby Heat Drive складывается очень просто, по типу трости. Сдвиньте фиксатор на ручке, затем подтолкните педаль по центру, нажмите на фиксатор справа и сложите коляску. Коляска компактна в сложенном виде, не занимает много места. Ее можно нести за ручку. Имеется фиксатор от расклада. Чтобы разложить коляску, ослабьте этот фиксатор, потяните ручку наверх и нажмите на педаль по центру. Коляска готова к прогулке. В комплект Baby Heat Drive входят дождевик, накидка на ножки, москитная сетка и инструкция. Уточняйте комплектацию вашей коляски при покупке.